Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Александра Роднина. Беговую дорожку на стадионе Одесской школы превратили в стоянку для машин. Вместо детей на спортивной площадке теперь сдают кросс и стометровки легковые автомобили. А сам школьный стадион сегодня больше похож на болото. Представить, что эта местность может быть стройплощадкой, весьма сложно. Но детвора рассказывает, что с наступлением тепла уроки физкультуры переносятся из спортзала на этот пришкольный стадион. Мы проводим уроки физкультуры в зале маленьком. Там кидаем мяч, там бегаем на эстафеты. Они мешают бегать, а иногда, когда сдаешь метание мячей, можно и в машину попасть. Но возможность получить пас в лобовое стекло автомобилистов не останавливает. Они оправдывают свое действие тем, что загнаны в тупик. Мол, личный транспорт некуда девать, да и подъездов к школе подходящих нет. Я сейчас забираю детей просто как и все, уеду. Но вы здесь ненадолго, да? Не. Как 2 секунды она как заехала в школу, забирает. Естественно, негде. Вот там за школой есть маленькая-маленькая стояночка. И все, и больше негде машину. Вот за детьми приезжают, когда все в одно время. Здесь вообще нельзя не подъехать, видите, возле домов. Здесь вообще нет ни места. Я вот зимой, снег был, я там парковался, потом не мог выехать 2 часа оттуда. О том, что на Черемушках гаражные проблемы, наша телерадиокомпания рассказывала неоднократно. Год назад в этом районе 8000 владельцев гаражей протестовали против сноса своей собственности. Собственность отвоевали, но проблема осталась. Автомобилей у жителей хрущевок с каждым годом становится все больше, а мест парковок не прибавляется. Но родители школьников вовсе не готовы решать проблемы автовладельцев за счет здоровья своих детей. Здесь площадка для детей, а не для машин. Это неправильно. Где же гулять детям? Вон тут футболисты у нас в теплое время года играют, занимаются дети. Ставят, конечно, на стадион люди машины. Плохо, конечно. Строили парковку, потому что никак не могут закончить ремонт труб. Завхоз школы рассказывает, что ведет посильную войну с автовладельцами уже больше года. Но особыми победами похвастать не может. Одну машину только что прогнала, на колесо надавила, запищала. Смотрю с окна, закрыл ее. Ага. Потом через 5 минут смотрю, уже нет машины. И тут, и где хотите, говори, не говори, матом посылают и все. По словам руководства, даже вызов сотрудников ГАИ не помог школе справиться с беспардонными автовладельцами. Проблему учебному заведению добавило и коммунальное предприятие «Теплосети». По словам местных жителей, именно «Теплосети» сняли школьный забор по периметру стадиона для ремонта труб теплотрассы, которая проходит под спортплощадкой. Коммуникации заделали, а забор и покрытие в прежний вид привести не торопятся. Вот и стоит теперь школьная спортплощадка, словно полигон для бульдозера. Прокуратура Одесской области направила в Приморский райсуд обвинительный акт по уголовному производству против организованной группы лиц, совершавших кражи из квартир одесситов с помощью альпинистского снаряжения. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что организованная группа из 5 мужчин с помощью альпинистского снаряжения неоднократно совершали визиты с целью наживы в квартиры одесситов. Всего подтверждены 15 квартирных краж. Сумма ущерба составляет около 400 тысяч гривен. Теперь обвинительный акт направлен в Приморский райсуд для рассмотрения дела по существу. Решение об изменении подсудности дела Игоря Маркова и проведении судебных заседаний в Автономной Республике Крым принял Высший специализированный суд Украины на прошлой неделе. Ход разбирательства после новостей в программе «Тема дня» комментирует адвокат народного депутата Игоря Маркова Александр Казарновский. А с чем это связано? Ведь Игорь Олегович только как раз доставили из Киева в Одессу для рассмотрения. Это точно не связано с законом. Потому что по закону дело должно рассматриваться по месту совершения правонарушения. Если правонарушение, которое вменяют вину Маркову, было совершено в Приморском районе города Одессы, значит, именно в Приморском районе города Одессы должно оно рассматриваться. Исключение возможно было бы в случаях, установленных законом. Так вот есть хоть какие-то формальные поводы? Нет, формальным поводом могло бы быть невозможность распределить дело судье того суда, в котором должно оно рассматриваться, по причине недостаточности судей. Да? Угу. Если судьи, например, все заявили себе самоотвод. В Приморском суде, по-моему, недостаточности судей. Приморский суд, самый большой суд на Украине, он больше, чем многие апелляционные суды в других областях, поэтому такого основания у нас не было.
Никаких других оснований, там типа ликвидации суда, тоже у нас не было. 15 февраля в поселке городского типа Черноморское Коминтерновского района произошло возгорание кафе. Пожар квалифицировали по повышенному рангу из-за опасности взрыва и соседства с ретро-авто. К месту вызова в ПГТ «Черноморская» было направлено 5 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Сотрудники ГСЧС под угрозой взрыва вынесли из пожара 2 газовых баллона и не дали огню распространиться на гаражи, где хранилась раритетная техника. По прибытию первых подразделений было обнаружено, что огнем охвачена вся площадь бара. Также была угроза распространения огня на соседние гаражи, в которых находилась техника времен 40-х, 30-х годов. Пожарные работали по повышенному рангу. Причина возгорания устанавливается, погибших и пострадавших нет. А в Келье в результате возгорания телевизора ночью в одноэтажном частном жилом доме серьезно пострадала пожилая женщина. Она отравилась продуктами горения и доставлена в райбольницу в тяжелом состоянии. А в ночь на понедельник, по словам очевидцев, в Одессе на третьей станции Люсдорфской дороги горел металлический вагончик, примыкающий к помещениям супермаркета «Таврия-В». Пожар начался около 4:30. Спасатели оперативно потушили очаг возгорания на площади 50 квадратных метров и не позволили огню перекинуться на помещение супермаркета. Ведется расследование причин возникновения пожара. Порядка 71 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны проживает в Одесском регионе. По словам областных чиновников, все они обеспечиваются льготами в полном объеме. А в 2014 году финансирование нужд ветеранов войны планируется увеличить вдвое. Деятельность сотрудников соцслужб будет сосредоточена на выдаче жилья ветеранам войны и ремонте бытовых коммуникаций в домах пенсионеров. Эти и другие вопросы рассматривались на очередном аппаратном совещании в облгосадминистрации. На аппаратном совещании подвели итоги прошлого года и в сфере социальной защиты детей. Отмечено, что выросла активность общественников и возросли объемы шефской помощи. В результате 173 тысячи ребят получили возможность оздоровиться в детских лагерях и санаторно-курортных учреждениях. Правда, детей чернобыльцев и детей инвалидов удалось оздоровить не в полном объеме, 78% и 80% соответственно. Отметили на совещании несовершенство системы выдачи разрешительных документов при регистрации малого и среднего бизнеса. В 2013 году допущено 559 нарушений срока выдачи документов разрешительного характера. Одной из причин является то, что на сегодня департамент не подключен к общегосударственному реестру документов разрешительного характера. По утверждению чиновников, Центр административных услуг, который уменьшит предпринимателям бюрократические проволочки, планируется открыть летом. В Одесской национальной морской академии на базе кафедры судовой электромеханики и электроники презентовали лабораторию электромеханических систем. Здесь разместились 6 комплектов инновационных стендов с современным оборудованием, предоставленным компанией Mitsubishi Electric. Обучаться на базе уникальной лаборатории смогут не только отечественные моряки и студенты, но и специалисты из Европы. Компания Mitsubishi Electric активно и многовекторно сотрудничает с ведущими техническими вузами России и Украины, содействуя формированию современной базы для практической подготовки студентов. Но Одесская национальная морская академия стала первым морским вузом на территории СНГ, в котором появилась подобная инновационная лаборатория. Мы разрабатываем специальную программу по сотрудничеству с вузами, и от нас это не просто использование и поставка оборудования, а это целая идеология, целая стратегия, когда мы с вузами, во-первых, делаем так, чтобы эти стенды оформили, были надлежащим образом использовались, во-вторых, чтобы вузы получали самое передовое оборудование, передовые технологии могли использовать в обучении. Представленный западной компанией и смонтированный отечественной электротехнической компанией КС «Автоматизация» тренажерный комплекс в полном объеме соответствует стандартам, предъявляемым Международной конвенцией о подготовке моряков, отмечает ректор Академии Михаил Миюсов. Подготовка судовых электромехаников осуществляется в соответствии с новыми требованиями, которые предъявляются Международной конвенцией по подготовке и дипломированию моряков, так называемые манильские поправки к ней, где предусмотрены новые требования к электромеханикам. И это оборудование, безусловно, позволит нам сохранить те высокие позиции, которые сегодня наши электромеханики уже имеют на мировом флоте.
В лаборатории предусмотрены две компьютерные сети с возможностью выхода в интернет и связи с тренажерным комплексом судовой автоматизированной электроэнергетической системы. Специалисты отмечают, новое оборудование ОНМА позволит проводить подготовку и проверку компетентности судовых электромехаников и механиков не только в Украине, но и из стран европейских. Понедельник, 17 февраля, во всем мире ознаменован малоизвестным, но необычным праздником – Днем спонтанного проявления доброты. Его инициаторы – международные благотворительные организации. Суть праздника заключается в бескорыстном и безграничном проявлении доброты по отношению ко всем окружающим. Как выяснилось, и среди одесситов есть немало людей, ежедневно совершающих бескорыстные шаги, причем не только по отношению к своим близким. Доброе слово лучше мягкого пирога. Горожане без лишней скромности признаются, совершают хорошие поступки довольно часто. Делают это от всей души и совершенно бескорыстно. Я стараюсь всегда что-то помогать кому-то, там, родителям, тем же друзьям. Вот. И мне кажется, главное не требовать ничего взамен, потому что все должно быть от души, от сердца и безвозмездно. Я доброту людям всегда проявляю. Доброта для меня – это самое важное в жизни. Подругам комплименты делать. Кто, например, расстроился, говорим, не переживай, все будет хорошо. Сострадание и милосердие можно проявлять не только к людям, но и к братьям нашим меньшим. Голубей кормлю, вот собачку сейчас накормил, я знаю, всех люблю. Собаку нашел, просто взял с улицы и принес домой. Кормлю, в общем, получаю массу удовольствия от всего этого. Просто смотрит на меня такими глазами преданными. И вот просто нашел себе друга просто на улице. Отзывчивые, открытые, легко идущие на контакт горожане готовы протянуть руку помощи даже совершенно незнакомым согражданам. Мы здесь работаем с пассажирами. Вот, и если вдруг человек, видно, что он больной, и присесть, и газеты мы для них берем, и, еще? Вот люди заходят с детьми, просим, пожалуйста, встаньте, уступите детские места. Доброта – это основа. Если будет доброта, значит, будет все. Очень много есть таких вот старушек, которых действительно пойдешь и проведаешь каждый раз. И принесешь, и купишь, и торбы потащишь, потому что без этого нельзя, особенно когда нету родственников, допустим, старушки или дедушка там, вот есть у нас соседи, хочешь, не хочешь, жалко человека, надо помочь. Человека приютил с Ивано-Франковска. Да, его тут кинули на работе в Одессе, я его приютил, он переночевал и довольный пошел утром домой. Добро побеждает зло. Что посеешь, то и пожнешь. Сделав добро, забудь, получив, помни. Эти прописные истины многие века учат людей одному из главных законов мироздания. Именно доброта создает гармонию жизни и улучшает ее качество, в первую очередь тем, чье сердце открыто для окружающих. Благотворительность с каждым годом становится все более распространенной и востребованной не только в Украине и за ее пределами, но и, конечно же, в нашем городе. Причем для того, чтобы помочь нуждающимся людям, не всегда нужны деньги. Но, как оказалось, одесситам из группы помощи ветеранам Одессы значительно сложнее найти тех, кто готов оказать помощь руками и временем, чем тех, кто хочет помочь финансово. Наша телерадиокомпания с конца прошлого года присоединилась к инициативе волонтеров, и наш следующий репортаж о том, как ребята решают прикладные проблемы своих подопечных. Вячеслав Карасев – ветеран, участник боевых действий в Афганистане, инвалид первой группы. Живет с матерью. 4 года назад власти подарили семье долгожданный бойлер и стиральную машину. Но техникой они воспользоваться так и не смогли. 2 пенсий не хватило, чтобы установить подаренные агрегаты. Мы семья малоимущих, и наши пенсии такие же, как небольшие, как у всех. Мы не могли позволить оплатить установку этих приборов. Выручили волонтеры из группы помощи ветеранам Одессы, которые отозвались на проблему пенсионеров и выполнили им необходимые сантехнические работы. Это очень большая нам поддержка, потому что у меня маленькая пенсия, у мамы маленькая пенсия, много денег на лекарства уходит, на оплату жилья. Так что
Спасибо большое волонтерам, что они помогли. Евгений по профессии сантехник. В рядах волонтеров уже более полугода. Парень уверен, сделать доброе дело можно и без материальных вложений. Главное – захотеть помочь. Делаю исключительно сантехнику. Делаю для людей, которые не могут себе позволить ее сделать. Поэтому я помогаю со своей стороны. Как бы, ну, финансово тоже не богат, но руками помочь всегда рад и всегда могу. В такой мужской помощи очень нуждается группа помощи ветеранам Одессы, рассказывает волонтер Дарья, которая курирует ветеранов и инвалидов уже более 2,5 лет. Когда на берег сходит супруг Дарьи, моряк, проблема перевозок теряет свою остроту. В остальное время девушкам-активисткам, взявшим на себя труд доставлять адресатам требуемое, сложнее в разы. Очень сильно нам нужны мужчины. Что-то отнести, принести, перенести. Понятно, что кто-то отдал, и есть кому ответить, но это же надо перенести. И нам нужна помощь продуктами. Не материально, а просто продуктами домашними какими-то, консервация, какао, печенье, конфеты, что угодно. Изначально волонтеры объединились с целью помогать свидетелям Великой Отечественной войны. Но со временем оказалось, что нуждающихся одиноких стариков в Одессе гораздо больше. И 23 февраля, в воскресенье, активисты группы планируют организовать праздничный стол для тех наших сограждан, которые находятся в геронтологическом отделении облклиники. Психбольницы номер 1 на Академика Воробьева. Волонтерскую группу «Помощь ветеранам Одессы» можно найти в соцсети Facebook и на Одесском форуме в сети интернет. В Одессе встретили Новый год по восточному календарю, праздник весны и новых начинаний. Торжество организовали студенты-лингвисты Южно-Украинского национального педагогического университета имени Ушинского. Запуск воздушного дракона, китайские народные миниатюры и песни. Студенты-лингвисты с размахом встретили Новый год по восточному календарю. Учащиеся говорят, успех новых начинаний зависит именно от того, удастся ли угодить символу года – синей лошади. Сегодня как раз тот случай, когда все студенты нашего университета, я имею в виду украинские и другие студенты, собрались для того, чтобы отметить Новый год по-китайски. Это мероприятие такое будет носить развлекательный характер. Среди гостей – VIP-персоны и дипломаты из Украины, России и Китая. Представители Поднебесной отмечают, ребятам удалось создать особую атмосферу праздника. Целый год студенты-педагоги изучали китайский язык. Эта возможность появилась благодаря Институту Конфуция, который открылся на базе университета в 2012 году. Мы всегда высоко ценим ваши усилия, вашу работу по развитию Института Конфуции. С вашей помощью, поддержкой, сотрудничества в области, образовательной области и культурной области, обмен сотрудничества между двумя странами динамично развивается. Уже 2 года в Южноукраинском национальном педагогическом университете готовят переводчиков и педагогов китайского языка. К тому же студенты могут проходить языковую практику за границей. Я была в этом году в лагере. Это 2 недели в Китае. Мы посетили Пекин и в Харбине у нас в университете было 10 дней курсов китайского языка. Тоже было очень интересно, так как китайцы там знали русский язык. И они с таким замечательным подходом преподавали для нас. Мы, конечно, очень интенсивно продвигаем нашу программу, чтобы организовать наилучшие условия для тех людей, которые хотят изучать китайский. В университете получают знания и иностранные студенты, среди которых есть и жители КНР. К примеру, Джи Вэй приехал в Одессу именно за этим. В ближайшие 5 лет парень планирует посвятить изучению русского языка. Я приехал из города Сянчэн. Это один из самых крупных городов Китая. Там очень быстрый темп жизни, а мне хотелось всегда жить в спокойном городе. Поэтому я здесь, в Одессе, в Украине. Мне очень нравится эта страна, и я планирую здесь остаться. В ближайшие 5 лет я планирую изучать в Одессе русский язык и экономику. По словам ректора, последние несколько лет вуз стремительно развивается. В университете открываются все новые направления подготовки будущих педагогов. Существуют программы обмена студентов.
студентами, программы по искусству существуют, и программы по языку, и по науке. Идет целый комплекс. Кроме того, есть очень много групп, которые организуются этим центром для преподавателей, аспирантов. Порядка 8 школах, детских садиках тоже организуются при поддержке нашего центра обучения китайского языка. Адаптированная под возраст и индивидуальность каждого, программа изучения китайского языка делает его доступным для всех. А самых старательных студентов в этом году ждет поездка в Поднебесную. За прошедшие выходные на дорогах Одесской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 14 пострадали. Основные причины ДТП – наезд на пешехода, столкновение и наезд на препятствие. Также сотрудники госавтоинспекции выявили 694 нарушения правил дорожного движения. Грубых нарушений 450. Хочу обратить ваше внимание на цифру 71. Это 71 протокол был составлен на водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. То есть это водители, которые потенциально могли допустить дорожно-транспортное происшествие. Одно из ДТП разбудило жителей поселка имени Таирова. На пересечении улиц Левитана и Ильфа и Петрова столкнулись 3 легковых автомобиля – Hyundai, Nissan и Cherry. Пострадали 5 человек – водители, 2 пассажира автомобиля Hyundai, а также водители пассажир Nissan. Выехав на место ДТП, было установлено действительно около 23 часов по улице Левитана. В направлении улицы Королева двигался автомобиль Hyundai Accent под управлением 54-летнего водителя, который напротив дома номер 141 по улице Левитана допустил столкновение с автомобилем Nissan Премьера, который двигался во встречном направлении. Вследствие этого столкновения между данными автомобилями автомобиль Hyundai Accent откинуло на автомобиль Cherry под управлением 25-летнего водителя, который двигался в попутном с ним направлении. У пострадавших черепно-мозговые травмы, перелом шейки бедра, травма колена, ушиб грудной клетки, подозрение на перелом позвоночника, а также рубленная рана лба и перелом носа. Как сообщают очевидцы ДТП на Одесском форуме, судя по значительным повреждениям, автомобили двигались на большой скорости. Ведется следствие. В ГАИ подчеркнули, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, требовавшие повышенной бдительности на дорогах, причиной всех ДТП были в несоблюдении одной из сторон столкновения правил дорожного движения. Минувшая неделя в Одесском регионе знаменовалась обильными туманами. Видимость на дорогах области составляла всего от 100 до 500 метров, что существенно затрудняло передвижение автотранспорта и сказалось на работе авиации. Однако уже с 18 февраля синоптики прогнозируют улучшение погодных условий. На завтра по Одесской области, городе Одессе, ожидается облачная погода с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области 0,5 тепла, по Одессе 1,3 тепла. И днем 5-10 тепла, и по городу 7-9 тепла. По прогнозам синоптиков, 19 февраля на территории региона без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 мороза до 3 тепла. Днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. 20 февраля ночью 2-7 тепла. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. И до конца недели характер погоды существенно не изменится, сообщают метеорологи. Однако потепление, по предварительному прогнозу, будет недолгим. На следующей неделе синоптики опять ожидают похолодания. Я с вами прощаюсь, а далее в выпуске смотрите прогноз погоды. Всего доброго, оставайтесь на нашем канале. Мечтай, создавай, играй, освежай. Мир создан для тебя. Действуй.